Всем здравствуйте! У нас сегодня ультрасовременная игра будет для Atari 800 под названием «Космический лед» или «Космический ледник». Непонятно. Ну, в общем-то, я так, скажем, немножко поиграл. Мне, в общем-то, такие, ребят, игры нравятся. Я не знаю, громко ли это. Вот эту сферу не знаю, как взорвать. Короче, я по этой сфере столько раз пытался уже попасть, и что-то она не взрывается. Я хз. Здесь что хорошо, строчить не надо, ребят. Ух ты. Здесь не надо строчить на стрельбу, здесь автоматическая стрельба работает. То есть, руки, короче, не отвалятся. Судя по всему, космический лед, это имеется в виду, наверное, вот эти вот куски метеоритов изо льда, скорее всего. Очень на то похоже. Так, скорость увеличили. Ух, нихера себе! Вот я этого чувака еще не видел. Летающего гуманоида. Лихо, конечно, он шкварит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, как быстро. Ух ты, да, разнесло. Так, я не понял, а. Значит, дом крепкий, он просто нереально крепкий. А, вот от этих мелких гаденышей можно спрятаться за метеоритами, получается. Которые свистят. Свистуны. Все, вот это пошло жесть. Вот это реально пошел хардкор. А, им надо четко попасть в середину вот этим гуманоидом. Тарелку летать что-то вот с лазерами. А я ж в нее четко попал. Странно, почему не засчитали выстрел? Да, четко в середину надо этому мудаку попасть было. О, видите, вот сейчас засчитали попадание. Кстати, сферы куда-то пропали. Почему-то давно их не видел. О! В одного попал, не засчитали выстрел. Хера себе, тут мясо пошло. Да, четко в центр надо по нему валить. Блин, какая ж тут надо реакция бешеная.
Ну, пока скорость не увеличивается. То есть, видимо, здесь уже... Блин, я тут не знаю, как уже на такой скорости играть. Вы серьезно? Как на такой скорости играть? Плотность метеоритов еще раза в три увеличилась. Блин, это смотря. Я прям прирожденный маньяк игрок. Вот в эту игру я имею в виду. То есть фактически это в нее первый раз играю. Я про это. Ну, сложнее будет. Жесть, вот это жесть. Вот такие игры я просто обожаю. Ну, конечно, не чтобы такая прям мега сложность была. Так. Вот это вот можно точно назвать лютый зашквар. Кстати, тут еще жизни, оказывается, дают, ребят. Не знаю за что, но их дают. То есть у меня было 3 однозначно. По-моему, эта игра просто на рекорд. Хотя, я могу ошибаться. Да, это вам не телефонные куколки. Не, вот сейчас было нечестно, я в нем попал. О, я успел, да? Хана уровня, хана. Нам всю жизнь добавили, по-моему, да? Знаете, чем мне эта игра напоминает? Был фильм «Последний звездный боец». Там какой-то пионер, короче, играл на игровом автомате, который поставили инопланетяне. И они искали специально человека, который может играть лучше их бойцов, чтобы победить какую-то там армию тоже захватческую инопланетную. И, короче, этот пацан набил рекорд там какой-то. Супер рекорд. И его, короче, на летающей тарелке его... как бы похитили, и он там сражался за эту расу пришельцев. Ну, потом за землю. А, кстати, фильм старенький, но офигенный. Тоже это игровой автомат, просто там как бы на очки был. Ух ты, я успел, да? Ты смотри, ну это же я не знаю, как я успеваю, но... Тем не менее, у меня получается. Так, есть, отлично. А, там когда взрываешь вот эту, вот этот базовый корабль, видимо, который на весь экран взрывается, мне дают полсекунды неуязвимости, мне так кажется. Хотя могу ошибаться опять-таки. Блин, я прямо... Чётко. Интересно, у этой игры есть конец? Да, вы издеваетесь, ну куда такая скорость-то уже? Это ж нечеловеческая скорость. Блин, чуть-чуть краем зацепило, ладно. Ну там, я не знаю, это просто... Так. Были еще вот эти советские игры.
типа автослалома. Там тоже вот что-то вот наподобие было. Да, отлично. Тоже были такие моменты неоднозначные, где там прям до микросекунды надо было просчитывать. Ну, я проходил игру А до 1000 очков. Игру Б я, по-моему, очков до 500 доходил, да. Ладно, меньше буду трындеть, потому что здесь реально сложно. Ну, нет, тут просто физически уже допиваю. Тут, видимо, надо внизу лететь. Охереть. Ух ты, какой-то черного цвета, первый раз только вижу. Ну, блин, я ж не последний звездный боец. Я первый, наверное. Капец, 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 это что это такое, как тут, где... Блин, на последней херне зацепило меня, да? Странно, еще есть жить, да, есть еще жить, Все, ребят, как говорится, отстрелялись. Ну, 11400, кто может, попробуйте набить. Вот реально игра, считайте, что первый раз в эту игру, точнее говоря, играл. Я не вижу смысла продолжать дальше играть, потому что, скорее всего, я такой рекорд не поставлю. Ну, можно попробовать, в общем-то, но в следующий раз. Напишите, ребят, в комментарии, стоит ли в эту игру потренироваться еще. Но тут надо прям чудовищная какая-то реакция. Ну, в любом случае, если вам видосик понравился, ребят, ставьте лайк. Подписывайтесь и желающие поддержать канал финансово, было бы вообще замечательно. Ссылочки будут в описании. Мне это придает сил проходить какие-то сложные игры, особенно до конца. А, кстати, ребят, я еще нашел игру, которую я искал. Я ее искал, наверное, тоже лет там 20. Я эту игру нашел, мы обязательно в нее поиграем на стриме. Игра офигенная. Тоже космическая риталка. Я не буду говорить, какое название, но игра прям супер. Ну, для меня супер. Так что, ну, поглядим. До новых встреч. Скорее всего, стрим будет завтра.